Приветствую, друзья! Вы на канале КБ Морозов. Должны были снимать кино про самокат, но восстановление нового китайского самоката затянулось, постоянно что-то ломается, поэтому кино немножко задерживается, обзорное по всему ремонту. Его можно, конечно, разделить по частям, что сделано, что предстоит сделать, но как бы хочется все это показать в одном фильме. Напишите, пожалуйста, в комментариях, подробно по каждой детали будем делать или будем снимать отдельные узлы по отдельности, то есть несколько серий восстановления китайского самоката Kuga M4 Pro с тюнинг-комплектом, дополнительный мотор для полноприводной версии и дополнительный контроллер, ну и видосики, как мы валим. Так, а сегодня мы покатаем вот эту вот машинку по просьбе товарища. Этот проект у меня стоял почти год. Наконец-то с ним расплатились. Как раз за эти деньги куплен подарок на день рождения, самокат Kuga M4 Pro. Сейчас мы будем катать вот эту модель фронтального погрузчика Liebherr 574. Ну и экскаватор тоже с нами попутно едет. Кататься на песок. Что-нибудь копать. Нароем что-нибудь, да. Место сделаем. Приехали на локацию. Стройка, песок, чисто, сухо. Сейчас будем копать, грузить, пробовать.
Все, Миш, застрял. Песок какой-то зыбучий вообще. Все, теперь ковшиком бери. Нормально покатать фронтальный погрузчик нам не удалось. Сдохла серва, которая управляет клапаном ковша, и ковш перестал работать. Не знаю почему. Разборка покажет. Ладно, на этом точку ставить не будем. У нас в багажнике есть еще экскаватор. Так, подключил? Подключил. О, слишком быстро, блин. Так, посадил. Вверх пошел. Так, блядь, помнить бы, ёкала ему на. Видишь, ступенчато получается. Так, что надо делать-то дальше? На себя чуть-чуть. Опять черпануть. Опять на себя черпануть, черпануть, черпануть. Подъем. Димон, тень свою убери.